Намаскар. Тема сегодняшняя – это кислотная и щелочная пища. Для меня, вот, когда я узнал эту идею, когда я разобрался с тем, что пища делится на кислотную и щелочную, это произвело прям революцию внутри моего здоровья. И, то есть, все просто на самом деле. Мы в прошлый раз с вами разобрались, что пища делится на три категории согласно ее воздействию на разум и на тело. Было там тамагуна, раджагуна и сатвагуна. Энергия статичности, энергия динамизма или трансмутации и энергия осознанности, энергия благости. Вот. И помимо этого еще можно уже вегетарианскую пищу, ну и вообще любую пищу, можно разделить также на две категории. Это пища щелочная и пища кислотная. Щелочная пища – это та, которая после того, как она была переварена, усвоена, сдвигает кислотность крови увеличивает pH, да? pH там, от 7 он увеличивается, там 8 или 8,5 становится и больше. Вот. А кислотная, которая наоборот, то есть pH уменьшается. И вот интересная такая вещь в том, что кислая, не кислая, а кислотная именно пища, она, кровь, когда она закислена, она благоприятна для размножения, становится благоприятной средой для размножения бактерий, и люди начинают болеть. Поэтому говорится, возбудитель – ничто, среда – все. То есть, если у тебя есть благоприятная среда, обязательно ты чем-то заболеешь, потому что в теле постоянно там антисоциальные элементы присутствуют, но кровь сильная, кровь, когда она щелочная, эти антисоциальные элементы внутри твоего тела, они не появляются, не получают возможности размножаться и как-то процветать. И поэтому ты сохраняешь свое здоровье. Вот. Ну, кислотная щелочная пища, то есть это обманчиво звучит, то есть казалось бы, кислотная пища какая там, скажем, ну лимон, да, например, кислая. Но на самом деле лимон это очень-очень щелочная пища. То есть он кислый на вкус, но после того, как мы его переварили, после того, как тело его усвоило, эффект на кровь, кровь становится более щелочной, кровь ощелачивается. Поэтому лимон – это своего рода лекарство, которое мы можем применять, на самом деле, для того, чтобы выздороветь. И вам нужно стараться питаться, то есть это здравый смысл. Я тоже стараюсь так делать. Если я это правило нарушаю, то я могу заболеть запросто. Вот. А когда сохраняешь это правило следующему, то шансы очень-очень маленькие. Даже если ты на улице замерз, там весь продрог, все равно мало шансов, что ты заболеешь, потому что кровь твоя сильная, и кровь твоя, она щелочная. Поэтому я стараюсь соблюдать. И примерно 2/3 твоей пищи должна быть щелочной, и 1/3 пищи кислотной. Какая пища щелочная? Щелочная пища – это все спелые фрукты, то есть те фрукты, которые вызрели, поспели, они щелочные. Неспелые фрукты, они уже входят в категорию кислотной пищи. Ягоды – это тоже щелочная пища. Овощи – морковь, картошка, свекла, капуста, ну и остальные овощи, сельдерей, все остальные овощи, они тоже входят в категорию щелочной пищи. Крупы – в крупах, в основном крупы немножечко кислотные, умеренно кислотные, особенно если это крупы, ну как, не рафинированные, да. Если рис коричневый, то его кислотность очень маленькая, если белый, то он становится более кислотный. Из круп, например, пшенка, да, или киноа, это крупы, они щелочные. Гречка тоже, она щелочная. Но на самом деле в интернете, вот когда ты ищешь, ты находишь, что есть некоторые разночтения, то есть много разных таблиц составлено. В главных вещах сходится, да, что вот овощи, фрукты – это щелочные продукты, допустим, мясо, рыба, яйца – это сверх-сверх-сверхкислотные продукты. Итак, продолжаем. Вот, ну, вы можете загрузить, просто посмотреть таблицы эти кислотные, щелочные. Я еще чуть-чуть поговорю на эту тему. Из таких кислотных, прям ядовитых продуктов, по сути, ну как, то есть их, если они до 1/3, да, в твоем рационе, то нормально, мы можем сохранять свое здоровье. Но
если их больше становится, то уже здоровье становится, начинает пошатываться. И один из таких продуктов мощнокислотных – это сахар. И те же самые соки, если они щелочные в обычном состоянии, если это с сахаром соки, они становятся кислотными. И довольно сильно кислотными. Если ягоды, они щелочные, то когда они превращаются в варенье, очень-очень-очень кислотная пища становится. Поэтому я не очень люблю варенье есть. Я знаю, что это вредно. То есть, а ложку варенья съем, все, мне хватает. И то редко-редко, раз в месяц, может быть. Вот. Лучше, если сладкого ты хочешь, вместо сахара есть мед. И вместо белого сахара есть коричневый сахар, хотя он тоже немножко кислотный. А мед, он в нейтрале и немножко даже щелочной. Молочные продукты. Молочные продукты без сахара, они щелочные. А кисломолочные тоже щелочные, простокваши, йогурты. Но если сахар добавляется, все сразу становится кислотными продуктами. Ну а также способ приготовления пищи влияет. Когда мы много жарим, глубоко жарим, то есть во фритюре жарим, например, много-много масла используется, тогда пища становится кислотной. Если мы используем вместо растительного масла, мы используем сливочное масло или ги, топленое масло, то это гораздо более здоровая пища, гораздо легче переваривается и гораздо более благоприятное влияние на здоровье. Вот. Ну, еще поизучайте вопрос поглубже и постарайтесь, вот, когда садитесь за стол, оцените. Так, вот это у меня щелочная, вот это кислотная. Если вы едите какую-то кислотное, что-нибудь вкусненькое, что-нибудь жареное, что-нибудь сладенькое, то старайтесь, чтобы этого не так много было. И сладкое тоже, вот сахар, старайтесь заменять на мед. Или вообще сахар — это такая вещь наркоманская. То есть, с одной стороны, он и вроде как на разум не производит негативные эффекты, но на тело может производить негативный эффект, если он употребляется чрезмерно. Вот любая, помните, что любая пища, которая чрезмерно употребляется, она томоксичной считается. И для сахара мера, она очень маленькая. Если ты чуть больше этой меры, то можешь считать, что эта пища уже не в благости находится, она становится томоксичной. Поэтому с сахаром нужно быть очень осторожным. И у меня как-то был период, когда я прям чувствовал болезненную привязанность к сахару. То есть, если я что-то сладкое не съел во время приема пищи, каждый прием пищи мне нужно было там халву или там печеньки, вафли, вот что-нибудь в этом духе съедать. И я помню, когда я поступил в наш монастырь, я начал проходить тренинг свой, и там не было, то есть каждый прием пищи без сладкого. И это было просто мучение, то есть это было как чуть ли не кости выламывает, то есть такой психический дискомфорт очень сильный, хочется сладкого, наркомания. Вот. И тогда я, ну а иногда это сладкое появлялось, и мы ели. А потом я решил, думаю, все, наверное, лучше полностью отказаться от сахара. И я на полгода, наверное, или на 9 месяцев даже отказался от белого сахара, от коричневого сахара полностью. И я употреблял только естественный сахар в форме изюма, в форме сухофруктов. Вот это вот я ел. И постепенно тело отвыкло, и потом ты начинаешь равнодушно смотреть на все эти сладкие вещи. Вот и до сих пор. То есть, если есть что-то сладкое, я могу съесть, но я не чувствую, что прям, ой, у меня руки трясутся, мне нужно обязательно это поесть. И, конечно, состояние ума, оно лучше, то есть беспокойство меньше, когда ты замещаешь сахар на натуральные сахара. И тело тоже чувствует меньше усталости гораздо и меньше вообще каких-то желаний. То есть сахар — это такой наркотический на самом деле продукт, ну в каком-то смысле, что и он для того, чтобы его переварить, телу нуждаются еще минеральные вещества. И эти минеральные вещества как бы сахар ворует из тела. И поэтому у тебя возникает такое ощущение, что о, еще что-то надо съесть, еще что-то надо съесть. Вот эта вот жажда в разуме. Хочу, выхожу из-за стола все время неудовлетворенный. Хочу что-то съесть. Вот там, там, там. И ты ищешь, ищешь все время. И эта неудовлетворенность, она очень печальная. Вместо того, чтобы думать о возвышенном, ты все время думаешь о еде. И нужно понимать, что вот эти вот, как сказать, жгучие желания по поводу еды, которые у тебя возникают, они не просто возникают от того, что ты жадина, да, и ты, ну, жадный человек, и ты хочешь есть, есть, ты обжора. Не из-за этого.
они возникают из-за того, что твоя диета не сбалансирована. То есть у тебя не хватает должного количества минералов, витаминов, белков, жиров, углеводов. Все это не пребывает в балансе. И поэтому тебе хочется есть. И плюс еще ментальное. То есть где-то есть жизненная неудовлетворенность, тебе не хватает любви, тебе не хватает какого-то взаимопонимания в жизни, и ты пытаешься это компенсировать в еде. И вот если эти вещи устранить, сбалансировать свою диету, плюс на ментальном уровне удовлетвориться, а на ментальном уровне мы удовлетворяемся наиболее эффективно при помощи духовной практики, особенно это киртан, когда ты поешь мантру и чувствуешь любовь высшего, тогда все время ты встаешь из-за стола, у тебя есть чувство удовлетворения. Я поел, все, хорошо, достаточно. А также голодать тебе, совершать голодание тебе тоже легко, потому что тело чистое, тело сбалансированное. Вот. И голодания, они тоже, конечно, помогают тебе восстановить баланс, и после голоданий ты гораздо более сбалансированно подходишь к своей диете. Но это уже я говорю про тех, которые утвердились в голодании. Конечно, первые 2-3 голодания человек бывает накидывается на еду, и как будто он первый раз в жизни ест, и он часто несбалансированно питается после голодания. Но постепенно тело выравнивается, тело очищается, и у тебя уже нет пагубных стремлений к пище. Ты хорошо подходишь. Ну вот эти вот мысли примите, переварите их, поизучайте еще тему насчет кислотной щелочной пищи, сами проведите исследования в интернете и сбалансируйте свою диету. Вот это. И здоровье, это значит, что простудные заболевания и другие заболевания, они будут все меньше и меньше у вас появляться. Это хороший шаг вперед, действительно, и на пути духовной практики, и на пути здоровья. Я еще хотел перечислить продукты, которые очень-очень-очень кислотные. То есть старайтесь этих продуктов как можно меньше и реже-реже их в своей жизни использовать. Очень кислотные. Ну, понятно, что все не вегетарианские продукты. То есть мясо, рыба, яйца, алкоголь. Это все очень кислотно. Интоксиканты, наркотические вещества, это все нехорошо для здоровья. И среди вегетарианской еды это конфеты, потом чипсы ультра-ультра кислотные. То, что было законсервировано, упаковано, что-то вроде варенья, всякие разные такие маринады, это все становится кислотной пищей. И всякие вот, что называется, ништячки, это может быть и для ума хорошо, потому что оно тебя удовлетворяет, но для тела это прям бомба такая, которая взрывается внутри твоего тела. Но такого плана. Чем больше обработка была, чем больше эту еду трансформировали туда-сюда, меняли ее сущность и видоизменяли ее вкус, насыщали ее там консервантами, напичкивали какими-нибудь эмульгаторами, какими-нибудь стабилизаторами, тем больше она становится кислотной и вредной для здоровья. Так что, если едите вы ништячки, если вы едите там чипсы, удостоверьтесь, что в этот же прием пищи вы поели каких-нибудь сырых овощей, салат вы поели что-то легкое, вареные овощи тоже, для того, чтобы сбалансировать. Ну вот, на этом все теперь.